Так, подожди, скажи, что ты думаешь обо мне? Хочешь услышать правду? Ты немного шлюха. Ты хотела сказать шлюха? Я все слышала. Я тоже хочу, чтобы у меня был мужчина. Но не могу же я сойтись с первым встречным. Быстрее лучи, а то он прибьет меня. Вчера вечером в клубе было слишком темно. Ну что? Это была она. Прости. А потом ты положила мне руку прямо... Нет, нет. Он принял меня за тебя. Какой же у тебя размер? 47,5, мама мне их специально заказывает. Поверь мне, между нами ничего не было. Так мы увидимся? Нет, нет, и нет, нет, нет. Зачем ты разыграл эту сцену? Решила помочь тебе от него избавиться. Меньше чем за 2 часа мы сделали это 4 раза. Сколько? Привет! Она эмоционально зажата, как кусок льда. Прикоснись ко мне, как в прошлый раз. А может, я у тебя в комнате приберу? Я это умею. Мне ее друг подарил. И что это за друг? Тот, с кем мне нравится беседовать. Наверное, это друг сына. Да нет, ее старшему сыну всего 8. Племянник. Будем так считать. Ты красива, ты вся цветешь, ты расслаблена. Нравится, да? Мой артроз. Я не знаю, кто он, но не упускай его, потому что тебе с ним хорошо. С тобой многое становится понятным. Мне тоже. Я так и знала, что добром это не кончится. Мама! Мама! Так, все, я пошла. Секс тебе о многом не расскажет. Но какое-то представление даст. Не спеши ты так. Ручной тормоз. Мне впился в почки.